С уходом западных компаний с российского рынка у предпринимателей возникли вопросы, чем заместить оборудование и программное обеспечение. Решить их призвана новая структура – технологический хаб. Теперь сотрудники регионального центра импортозамещения смогут проконсультировать, какие существуют возможности в отечественном производстве и каких партнеров можно привлечь к своему бизнесу. Открытие данного хаба является еще одним шагом к формированию суверенитета страны в части наших IT-решений. 2022 год показал, что надежное функционирование наших систем возможно только с использованием преимущественно отечественных решений. Такие решения на самом деле у нас есть. Открытие хаба провели в региональном центре «Мой бизнес». Предпринимателям рассказали, как именно будет действовать новая структура и какие преимущества она может предложить. Например, повышение инвестиционной привлекательности, развитие самарских разработчиков, дальнейшее становление Самары как IT-столицы России. На сегодняшний день аналогов такого технологического хаба нету. Мы знаем, что центр импортозамещения, да, как такая региональная структура, тоже создана не в каждом регионе нашей страны. Самарская область в этом смысле прорывной регион. Поддержка бизнеса – одно из ключевых направлений работы правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Работа технологического хаба позволит расширить перечень услуг и мер поддержки, доступных для региональных субъектов малого и среднего предпринимательства. Андрей Фазеев, Дмитрий Аллатарцев, Новости губернии.